Крутинки, населенный пункт Крутинка. Это заключительная часть четвертого дня. С левой стороны озеро Светлое, Керченское озеро, Локтевое. Так, больше ничего не вижу ни слева, ни справа. Чему привязаться не вижу. Повторю, что очень много озер круглой, эллипсообразной, правильной формы. В этой части будет небольшой аудиоконтакт на 15-м канале с дальнобойщиками. С одним из них мы в конце видео встретились, и это видео будет на этом ролике, концовка серии. Так, ничего ни слева, ни справа. Ну, с правой стороны далеко очень большое озеро Мергинь. Ну, это примерно километрах в 5-7. Сейчас двигаемся в сторону Ишима. Из-за того, что потеряли много времени на оформление страхового случая, расчет был, что о Крутинке будем в светлое время, но, к сожалению, это ЧП сломала все планы. Ловком. Эту серию, наверное, будет интересно рассмотреть в формате без ускорения. Там, на мой взгляд, интересный диалог будет в эфире. Общение с дальнобойщиками. Это будет чуть позже, когда стемнеет. Ну и в конце фильма, значит, я сниму этих ребят в кафе возле мотеля «Уют». Ну и посмотрите тоже без ускорения, с оригинальным звуком, там несколько секунд, с
само кафе. Так, с правой стороны Быково, деревня. С левой стороны далеко, деревня Локтинка, примерно километра 4-5 слева по ходу движения. Так, скоро будет граница Тюменской и Омской областей. Будет стоять. Будет стоять стелла. Может быть, заметите ее. Где-то вот на этом небольшом участке. С правой стороны далеко, километрах трех, наверное, Сорочкина, деревенька, Ваньковка. Мы приближаемся, в общем, по большому счету, к объезду Ишима. Ишим с правой стороны по ходу движения заезжать в город не будем. Ну, во-первых, хотелось доехать засветло до мотеля «Уют». К намеченному месту для ночевки. В Ишиме ни разу не был. Проезжал многократно. Несколько десятков раз, но в самом городе побывать не пришлось. Ну, на железнодорожной станции я останавливался, выходил на перрон, снимал. Вокзал Ишима. Вот Ишим. Справа, в километрах, наверное. Ну, в двух. Вижу улицы Казанская. Улицы Большая улица. Ну, много улиц. Все перечислять не буду. Ну вот вы, наверное, из разговора поняли, что одним из популярных мест у Большегрузова, дальнобойщиков, это Карпачево на Урале. Мы на объездной Ишима. Уже половина города проехали. Thank you.
С левой стороны река Таловка, деревня Лозовое, слева, справа, значит, Зырянка, Стрехино и очень далеко большой остров. Ну, наверное, развязку вы увидели. Развязки можно уйти в Тюмень, Заводоуковск, Ялуторовск. Ну, это уже на запад. Так, проехали развязку. Ишим остался позади. Двигаемся в сторону Абатская. До Абатского будет Тошнолобово. Тошнолобово. С правой стороны река Карасуль. Карасуль, впереди деревня Заворохина, с правой стороны. Да, кому интересно будет послушать реальный звук, то на втором аккаунте, но это будет позже. Ишим стоит на реке Ишим, одноименная река, очень сильно разливается, подтапливает огромные территории. В 17 году даже по телевидению передавали. Справа деревенька Боровое, ну и больше ничего такого. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Не ограничение 90. Темнеет, 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 и это напрягает меня. Ехать еще до мотеля километров 100 с лишним. С правой стороны далеко река Убьянная. Движение достаточно интенсивное. Вот на этом участке очень тяжело ехать утром на восходе, когда солнце на капоте, аж слезятся глаза. Контроль скорости. Ограничение 90. Озеро Мигрень, Мергинь. Озеро Мергинь. Озеро Солдатское.
по ходу озеро Котельное и озеро Травное. Это с правой стороны. Слева деревня Равнец. Вот пока к чему можно привязаться. Видимость не очень. Справа далеко, не очень далеко, метров 500, может быть, озеро Лебяжье. Справа река Леневка, чуть дальше река Вавилон и вплотную подъезжаем к Тушнолобово. Но поселок не видно будет, он закрыт щитами звукоотражающими, шумоотражающими. Трасса Р-402. Ну, наверное, сейчас уже другое название. Сейчас вроде бы поменяли многие названия многих дорог. Ну, вот на карте я уже озвучил. Дороги сейчас в очень хорошем состоянии. В 2017 году провели большой объем работы. Нет уже тех страшных колдобин, страшных ям, которые можно было поймать. Тушнолобово встречает вот этими
фонарями вдоль дороги. Справа, повторю, река Вавилон. Озеро песчаное. Слева озеро Пятино. Вот такие. Такие вот точки привязки. Финиш планируется вблизи. Кстати, я простыл в то время, в ту поездку. Привал планируется в районе Крутинки. Мотель «Уют». Ну, мотель «Уют», на мой взгляд, очень приличное место для остановки, для отдыха, для привала. Там ряд кафе, кафе «Три семерки», сам мотель «Уют». Напротив мотеля заправочная станция. Ну, чуть попозже более подробно, наверное, об этом расскажу. Справа озера Могильное и Таволжаны. Таволжаны. Вот разливы, огромные разливы реки Ишим. Очень большие площади заливает. Ну, по крайней мере, я сейчас на карте. Стекло грязное, поэтому такие пятна. Такие разводы, такая радуга на стекле. Это, ну, грязное стекло, одним словом. Справа озеро Угловое, Аббатский район. Значит, хотел бы дать такую информацию, двигаясь вот в сторону, которую двигаемся мы, ну, на восток. С левой стороны будет заправочная станция. Там двойная разделительная полоса. Ни в коем случае не пытайтесь заехать на АЗС. С правой стороны, по ходу движения, меньше чем через километр, будет такая же заправочная станция, но уже справа. Вот. А за этой полосой следят, особый надзор идет, об этом неоднократно меня предупреждал радар-детектор. Так что имейте это в виду. Ну вот, уже недалеко граница Аббатского, примерно. Запад светлый.
примерно километр. На горизонте светится Абатская с левой стороны. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 40. Справа озеро Котино, исток, река и река, и река исток. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 40. Ну вот вы видите АЗС. Ни в коем случае этого не делайте. Ну вот, с правой стороны АЗС. Да. Я предупреждаю об этом ведущего. Ну вот, на заправке. Так, ладно, поехали. Так, сейчас будет мост через реку Ишим. Она с правой стороны. Вот река Исток впадает в Ишим. С левой стороны Абатская. Очень хорошего качества дорога по две полосы в каждую сторону. Несколько лет назад вот такие заторы были страшные. Мост ремонтировали, и дорога была разбита. На мосту было организовано светофорное движение, и пробки скапливались просто невероятные. Сейчас совсем другая картина. Вот мост через Ишим. Ну вот переехали через реку Ишим. Позади Абатская. Но скоро небольшой подъем и левый поворот. Я не знаю, что я думаю. А если что-то, мне вообще что-то не подойдет.
Да, я лоханулся, по-моему, не там, где раньше объявлял границы Тюменской и Омской области. Но впереди где-то здесь будет, кажется. Конечно, в салоне интереснее послушать комментарий. Слева по ходу деревня под названием Лапина. Далеко справа, ну впереди вернее, километра через 4-5 Чумашкина. Скоро должен начаться диалог, знакомство в эфире с дальнобойщиками. Не знаю, попадет в этот комментарий или нет. Грязное лобовое стекло. Ну, по-моему, диалог уже начался. Это в 40 километрах от мотеля «Уют» в сторону Омска. Условия движения очень тяжелые, в том плане, что вот грязное лобовое стекло изнутри. Плохая видимость. Это я этих критикую, дальнобойщиков, которые украшают свою кабину разными гирляндами. Им-то хорошо, они высоко сидят, их ничего не слепит. А в легковом автомобиле низкая посадка и свет фар прям в лицо. С левой стороны впереди поворот на поселок Зимино. Зимино. Место довольно-таки пустынное. Даже деревенек мало. Темнота, хоть глаз выколи, черным черно. Хорошо, что асфальт еще не очень черный. Но временами хоть разметка появляется.
Этот участок тоже требует, наверное, расширения по 3 полосы хотя бы. Потому что скапливаются колонны довольно-таки приличные. Так, с правой стороны далеко пусто, ничего нет. С левой стороны деревня Гуляйполе и озеро Шамонино. Ехать еще 40 километров до привала примерно. На скорости 80, но это полчаса. По-моему, луна светит. Так ярко. С левой стороны, не очень далеко, деревня Ольгина. Так, сейчас проверю, есть сообщения, комментарии какие-нибудь. Если есть, отвечу. Совершенно ничего нет на трассе ни слева, ни справа. Вот не понял, все-таки это на лобовом стекле отражение или луна? Временами хорошая разметка, но временами
Да, назрела еще одна полоса, должна быть. Потому что движение интенсивное, автомобилей много. И вот больше грузы, больше часто вот сдерживают движение. И собирается приличный хвост. Это вот на обгон. Пошел на обгон, увидел и меня приглашает. Я-то плохо вижу. Вот. Обошли колонну больше грузов. Вот ребята проезжали, видели, что мы стоим. Ну вот с этими ребятами так вот пообщались, а на стоянке я снял их на видео. На полное видео можно будет послушать весь диалог. С левой стороны деревни Ширяева. В отдалении река Горькая и озеро Нички. Трасса Р-402. Дальше я буду рекламировать аккаунт «Видеодорог России». Как без этого? Так что, ребята, если смотрите, привет вам. Я обещал вам разместить это видео. Вот размещаю. Ну а полную версию без ускорения это на «Видеодорог России 2». С левой стороны озеро Кабан, озеро Ик и деревня Китерма. С левой стороны далеко, в стороне, правда. Справа вообще ничего не вижу.
Так что, пользуясь случаем, ребята, снова передаю вам привет. Ну, самая реклама, как без нее. Да, классный был комментарий, я просто в восторге. Да, был такой момент, что интересно, вот некоторые комментарии с чувством юмора написаны, я от них просто в восторге. Они надолго запоминаются. Впереди слева Яман и река Яман. Река Яман впадает в озеро Ик с левой стороны по ходу движения. Вот так вот за разговорами, за такими вот короткими диалогами. Это видео каскадер за рулем скопировали уже не знаю сколько раз, оно живет каскадер за рулем, мое видео. Я порядка, наверное, 40 или 50 аккаунтов видел, где это видео фигурирует. Есть даже аккаунт, который скопировал, содрал мое видео, раскрутил, и у него сейчас просмотров в два раза, наверное, в полтора раза больше, чем у меня. У меня по 300 тысяч, у него за 500. Ну, человек умеет раскручивать видео. Так, ну вот уже на карте я вижу поселок Крутинка. Поселок Крутинка, он находится на берегу озера Ик. Рядом озеро Камышное и озеро Кормилицыно. Вот недалеко от Крутинки, вот эта вот зона отдыха. Перед Крутинкой вот еще много будет с левой стороны новостроек. Поставили стоянки, там организовали кафе, сауны и так далее. Ну, у меня вот какая-то Крутинка, значит, улица Красный Путь, улица Ленина, улица Мичурина, Южная улица, улица Мелиораторов. Впереди круговое движение, значит, второй съезд мобильный пост ДПС, контроль скорости. На Уют, 50.
Третий съезд – это в Крутинку. Кстати, за кольцом сразу поворачивать к Уюту нельзя. Там двойная сплошная. Поэтому проедем немного дальше. С километр, наверное, там развернемся, чтобы не попасть. Чтобы не кормить этих дармоедов. Вот разворачиваемся и назад. Очень популярное место у дальнобойщиков, у большегрузов, у автотуристов, у автопутешественников. Мотель «Уют». Ну, далее там будут два коротких ролика, где я вот ребят-дальнобойщиков несколько кадров сделал для памяти. И столовую. И столовую в отеле «Уют». Ну, там оно без ускорения будет идти, два коротких ролика. Где-то здесь, по-моему. Один ролик. Сходим туда, минута. Посмотрим. Пойдем, сходим. Надо к этому, к охраннику подойти, блин. Да, стоял, блядь. Ну, хрен его знает. Не, меньше минуты будут ролики. Положение определено. А, дверь, свет. Остановись, да. Ой, помаши рукой там. Это видео будет Москва, Кемерово. Ну вот здесь, что здесь? Еще место, где припарковаться. Ну вот, на противоположной стороне ГПН, и между ГПН и стоянкой двойная сплошная, ну, кто так делает. Хотя место очень популярное, видно, пересекают, вот. Ну, это могут быть и провокаторы, это... Сейчас подойдет парень, с кем познакомились в эфире. Поручкаемся. А, вот он машет рукой. Привет еще раз тебе, дружище. Всех благ, ни гвоздя, ни жезла, из запаса тормозного пути. Ну а сейчас пойдем в кафе «Три семерки». Их сниму крупным планом, в светлом помещении, ну а потом буфет мотеля «Уют». Конечно.
Ладно, я пойду. Нет, три семерки. Семерки, вот она, да, вот, обойдем. Сейчас, вот. Я все время здесь, надо протестировать и это. Потому что многие спрашивают про три семерки, а я там ни разу нет. Да мы сами раньше сюда только ходили, потом парнишка у нас тоже знакомый ездит кататься. Тебе, я говорю, здесь не понравилось, еще три семерки. Мне говорит, больше. Да. Вот мы с ним наехали на парк. И все, и здесь поприедем. Ну, сейчас зайдем, покушаем. Хорошо, сейчас придем, опа. Суп взял до карасика жареного. Сигаретки возьмите? Ага. Она почти. А? Сигарет надо взять. Не понял. Сигарет надо взять. А, сигарет. Вот второй. Да. Или первый ведущий. Спасибо. Я на парнику вам сидит. Печали. Ручки помаши маме. Печали. Вот так вот вечера принимают пищу, ребята. Выиграли нас. Кафе «Три семерки». Вчера тоже выиграли 8-1. Вы участвуйте в розыгрыше призов. Попробуйте вкус настоящей масленицы. Подробности на сайте «Домик в деревне». Не забудьте о месте пыжок. Амикс. Один раз в день по пыжок. Да, вы можете быть. Замаришь. Работайте с тобой. Больше.